Депутат Ленинского городского округа Мария Гаевская вместе с представителем совета поселка совхоза имени Ленина Александрой Рахмановой провели собрание жильцов дома номер 16. На встрече обсудили, какие работы следует включить в список капитального ремонта. Построенное в конце 80-х прошлого века здание уже давно требует капитального ремонта. Это не первая встреча, которую проводит с жильцами депутат Мария Гаевская. На прошлой приняли решение, что необходимо сформировать все пожелания по ремонту здания в единый документ. Решили этим собранием закрыть нас на много-много лет вперед, эти вопросы, чтобы больше нам не собирать такие собрания, не делать эту бумажную волокиту. Мы включили по максимуму все вопросы, которые нам могут понадобиться в ближайшие лет 15. Теперь за составленный список работ необходимо проголосовать, а затем направить в администрацию округа и областной фонд капитального ремонта. Свое волеизъявление можно сделать как на сайте госуслуг, так и по старинке с использованием бумажного носителя. В подъездах есть сообщение о проведении собрания, там есть QR-код. Кто пользуется этой историей, можно отсканировать QR-код, скачать приложение, зарегистрироваться и там проголосовать. У кого нет такой возможности, есть в бумажном виде. Саша, как инициатор собрания, будет принимать эти бланки и подгружать уже в эту систему. В первую очередь жители хотят, чтобы провели утепление фасада и его облицовку. Далее установить двери общего пользования на этажах. Провести ремонтные работы фундамента и кровли. Для принятия данного плана требуется одобрение 2/3 собственников жилья.